Стадион Антей на 5000 человек полон. Трибуны расцвечены нарядными жемчужинцами. Многие зрители через несколько минут сами окажутся на сцене. Ведь дети здесь не просто талантливые. Многие из них – спортсмены, музыканты и акробаты. И вот, наконец, звучат фанфары, праздник начался. Со словами приветствия гостям праздника обратился учредитель детского лагеря Валерий Димоев. Он напомнил о славных страницах истории жемчужины и пожелал ребятам отличного отдыха в обновленных санаториях комплекса. Поздравили детей и работников санатория друзья и партнеры из других регионов. Все 40 лет мы стараемся работать для вас. Для вас, для наших родных, для наших детей. Все, что сегодня делается, делается для вас. Вам нравится жемчужина, ребята? Вы к нам приедете еще? Выступления юных артистов плавно перетекают в шествие всех корпусов лагеря. Все вместе устроили танцевальный флешмоб. Творческие коллективы санаториев постарались показать все, на что способны. Неподдельный восторг юных жемчужинцев вызвал неожиданный сюрприз, подготовленный для них организаторами праздника. Встреча с популярной в молодежной среде группой «Серебро». Жемчужина России, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Программа концерта была крайне насыщена. Номера на любой вкус. Здесь и чемпионы России по футбеку с уникальным проектом, одновременно сочетающие в себе световое, танцевальное, спортивное и лазерное шоу, кубанские песни и танцы. Ребята с неподдельным восторгом встречали каждого артиста, но и не забывали делиться с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Здесь классно, весело, позитивно. Мне здесь очень нравится. Я бы сюда приехала еще раз. Очень весело! Пока что это самый крутой лагерь, в котором я была. Очень хорошие условия для вожатых, для детей. Море, солнце, все прекрасно. Мы воспитываем здесь деток. У нас 5000 детей. Самые лучшие дети, самые лучшие вожатые, самое лучшее руководство. Я в этот лагерь, если честно, приехала первый раз. Впечатления прекрасные. И надеюсь, что я приеду сюда еще не один раз. Все классно. Главный подарок ребят ждал в конце вечера. Любимец молодежи группа M-Band на сцену выходила под оглушительные аплодисменты. Дети были в восторге и подпевали вместе с артистами. Чтобы детский лагерь и дальше процветал, не только дети, но и артисты решили оставить свои пожелания. Очень классно, сама атмосфера вот детского лагеря, это, как по мне, очень круто. Очень прикольно, что вот люди по отрядам, да, они делились по цветам, это, ну, на самом деле, такая прикольная фишка. Очень ну, оригинально. Да. Во-первых, мороженое. Во-вторых, пирожное. Но это все шутки, на самом деле, чтобы было больше деток, потому что все это нужно возвращать, чтобы здесь действительно детки проводили здесь как можно больше времени. Больше спорта. Больше спорта – это самое главное. Действительно, здоровое тело, здоровый дух. Я желаю жемчужине России от всей души счастья. Главное – здоровье всем ребятишкам, которые сюда приедут. И чтобы зажигали здесь по полной. В финале праздника ребят ожидало традиционное, но от этого не менее любимое зрелище – фейерверк. На короткое время небо над стадионом расцвело огромными огненными цветами, озарившими лица ребят светом радости, счастья и беззаботного лета.